Супруги дружины Юрий Васильевич и Татьяна Федоровна в браке живут уже полвека. Секрет долгой совместной жизни прост. Нужно уступать и любить, делится Татьяна Дрожжина. Поклявшись однажды быть вместе в горе и в радости, семейная пара до сих пор сдерживает обещание. Познакомились юбиляры в ТТУ. Нас познакомили также. Вот, и мы встретились и стали ходить. И не расставались. Да. Все. Раньше это по знакомству. Если сейчас по онлайн там знакомиться. Поэтому 3 месяца живут. Да. Управление ЗАГС Самарской области совместно с городскими и областными властями провели акцию, в которой чествуют самые крепкие семьи. Поздравления принимали 100 семейных пар, проживших в совместном браке более 50 лет, воспитавших детей достойными гражданами и достигшие своим трудом уважения среди жителей губернии. Среди них и супруги Дрожжины. Очень приятно, неожиданно. Большое спасибо. Большое спасибо. Мы очень рады, будем помнить долго-долго, всем рассказывать. Конечно, с одной стороны, мы выражаем искреннюю признательность, искреннее уважение той паре, которая прожила столько лет вместе, которая своим примером и своим трудом создавала... растила своих детей, да, и является примером для подрастающего поколения. Поздравили также и 48 семей, в которых в этом году родились двойни и тройни. Акция прошла во всех городских округах и муниципальных районах. Мария Илчан, Николай Епифанов. События.